Шоколадный крустилант, ванильно-ореховое пралине и ягодное конфи. Для опытного сладкоежки эти словосочетания знакомы как на слух, так и на вкус. Праздник живота отмечают сегодня любители кондитерских изделий. 20 июля – Международный день торта. Когда их много, и ты не можешь отказать, и ты съела все, потом начинаешь себя корить. Поэтому стараюсь это делать поменьше. Утром в Фейсбуке видела, что сегодня Международный день торта, и не зайти в кондитерскую его не отметить было невозможно, поэтому мы здесь. Я каждый день хочу от этого отказаться. Без разницы, сегодня это или вчера. Самый старый – это блинчиковый. Но я не знаю, мамин, наверное, зебра. Помните? Манник. Я брала печенье. У меня было задание наломать печенье. Мама наводила сгущенку с какао. Все это мы замешивали, заворачивали в пакеты целлофановые, морозили. И потом мы это ели. Это мой любимый десерт. Международный праздник торта набирает популярность не только в зарубежных странах, но и в центральных регионах России. Впервые этот день любители сладкого отметили 5 лет назад. Каждый сезон делаем какие-то новинки. То есть, если это летний, больше цитрусовых. Осенью какие-то другие там из шоколада, также зимой тоже шоколадные больше делаем. Кто-то любит, где больше бисквитов в торте, кто-то где больше крема. В Хабаровске мало кто знает о сладкой дате, но уважающий себя кондитер считает День торта своим профессиональным праздником. По данным Управления торговли, питания и бытового обслуживания, в городе около 100 кондитерских цехов. У истоков этого праздника стоит Миланская международная ассоциация. Союз творческих людей, художников, композиторов, кулинаров привел к созданию первых тематических тортов. Название им дают одноименно с музыкальными произведениями «Сладкая мечта», «Розовая пантера». Хотя это не принципиально. Главная идея праздника – это разговоры по душам и дружеские встречи. Девиз этого дня – «I-Cake», что в переводе с английского означает «Я к тебе с тортом». Даже самый строгий диетолог не будет против умеренной дозы серотонина и эндорфина. Главное, чтобы после дня торта последовал день спорта. Марианна Гейт, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия телевидения.